В рамках национального проекта «Культура» в Тверском театре «Кукол» начался капитальный ремонт. Сейчас подрядчики приступили к ремонту фасада здания. В этом году обещают отремонтировать еще и кровлю. Работы планируется завершить до начала нового театрального сезона. Театр «Кукол» обновляется по федеральной программе по развитию культуры и искусства с 2017 года. Уже заменили звуковое и световое оборудование, конструкторские и столярные цеха, экспозицию кукол, а также был приобретен автобус для гастрольной деятельности. В прошлом году в театре заменили окна. Сообщается, что ремонт не повлияет на работу. В учреждении продолжается показ спектаклей. Так, 79-й театральный сезон завершат премьеры спектакля по мотивам сказки Андерсена «Русалочка». Возрастное ограничение 6+. Он будет показан 1 июля, день рождения театра. В следующем сезоне Тверской театр «Кукол» будет отмечать свое 80-летие.